Ты меня вам установочку даёт. У вас очень мало подготовительных действий передней рукой. Что это значит? Что вы с первого же удара пытаетесь, стоите, напрягаете, пытаетесь попасть, встретить или не встретить, понимаете? По рукам, вот рукой боритесь за положение друг с другом, понимаете? Вторая ситуация, левшаты, то же самое. Хорошо, он бросается тебе головой, тебе под руку вот сюда, да? Но если он начнет делать чуть по сторонам и дважды проваливать, ты останавливаешься на ударе. Работай ногами, перебирай ножки, чтобы ты ногой залазил туда, ясно? Работа корпусом, но залазил, нога. Действие. И передней рукой, по рукам, по голове, вот здесь постоянно. Фехтуйте передней рукой, ясно? Поиграйте передней рукой. Понятно? И на ногах это... Мягко, мягко, да, ну скорее, оп, опять смещение. Много передней руки хочу, ясно? Приготовились, все приготовились. Время бокс. И влево, и вправо корпусом качнуть. Группировка, плечи. Почему на пятки опустились оба? Вы вообще боксировать перестали, а? Двигаться из движения. В движении бераши. Ну, ногами проваливай. Ты же видишь движение. Заставь себя. Вперед-назад на ногах. И тут же ногами. Вперед-назад. И тут же подбирать надо, Абдул, тут же подбирать. И повтор где? А у обоих где повторные действия? Вы на одно движение работаете. Двигаться на ногах. Проваливать, доставать ногами. Встань на носки, Рашид. Вот, тоже как вариант. Вот, наименочку можно включить, пожалуйста. Отвечать. Влево, вправо. Ногами доставать, ногами. Время. Все, молодцы, пожали руки. Пойдет, нарабатывать надо вот это действие, повторно туда, нарабатывать, оп, достал, пробил и опять туда. Да, это так юношеский бокс так называемый, ударил и пошел гулять, потому что попал. Развалил, ударил, достал и еще туда надо добавлять, со смещением. Нос разбили, ха-ха-ха, вытри. Но не сморкайся, не вдумай сморкаться. Все, пожали руки, молодцы, отдыхайте.